старину говорили, если 11 мая утром на небе не облачко, лето будет солнечным. Так это или нет, узнаем совсем скоро. А пока, если верить прогнозам, в Сарове ясно, утром плюс 6, днем до 16 градусов тепла. Ночью плюс 8, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде безоблачная погода. Утром плюс 6, днем столбики термометров поднимутся до плюс 17, ночью плюс 8, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно. Утром плюс 6, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ночью плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.